Да, слава Иисусу Христу, слава Господу, Богу Спасителю. Так, сегодня у нас необычный шаббат. Вот, сегодня, да, приветствую всех, ну, семью. Вот, и всех, кто подключается сейчас онлайн в этом прямом эфире. Вот, прямой эфир шаббата я включил, почему еще? Потому что, значит, сегодня очень необычный шаббат. Сегодня вообще начало, ну, пятница вечер, начало субботы, субботнего дня. Вот, но, значит, это у нас маленький Антошка в эфире тоже звуком, фоном сопровождающим. Вот, и, значит, Инночка, им не надо. Вот, значит, и, значит, сегодня... Чем шаббат необычен? Коль, почему необычен шаббат? Чем? Не знаю. А какой день завтра у нас еще, кроме субботы? Воскресенье. Не, завтра, в субботу. В календаре. Холокост. Вот, да, день памяти Холокоста. Памяти жертв Холокоста, так вот правильно называется. Короче, это несколько лет назад, совсем недавно, было принято такое решение, необычно ООН приняло решение, хотя обычно ООН принимает, к сожалению, решения такие антиизраильские, такие антиеврейские, но как-то довольно очень необычно, странно все произошло, но слава Богу, конечно, за это, что вот эта Организация Объединенных Наций все-таки признала, что действительно нужно в календаре иметь такой день памяти жертв Холокоста. Вот, вспоминаем, ну, вообще-то весной, обычно в еврейской традиции, весной принято вспоминать Йом-Шоа, вот как раз жертв Холокоста вспоминаем. Значит, и жертв Холокоста, и, значит, это, и день героизма европейского еврейства. Потому что весной началось восстание в Варшавском гетто, вот, значит, как бы к этому приурочено. Вот Шпильман, да, вот этот пианист, там все эти фильмы, эти вот как раз рассказывают о гетто. Вот, вот, и события вспоминаются весной, вот, как раз когда ежегодная годовщина вот этой борьбы, как бы, тот бой, который евреи дали, вот, сражаясь за свободу. Вот, а вообще, сегодняшняя дата, она, почему, 27 число, да? 27 января ежегодно было принято решение. Почему? Потому что 27 января советская армия освободила, значит, Аушвиц, вот этот страшный концлагерь, который, как сказать, ну, фабрика смерти, проще говоря. Фабрика смерти была, да, и, значит, не, на самом деле, фабрика смерти, именно, значит, то, что шло истребление, там, ну, конечно, людей разных национальностей там шло истребление, но в основном, основная часть, основная масса всех там, кого там истребляли, это были евреи, подавляющее большинство, вот, и когда вот Вторая мировая война начиналась, то евреев было... Ну, официально, как бы, да, вот 16 миллионов человек, вот, по всем этим переписям, там, включая Россию, СССР уже тогда, значит, и Германию, там, и страны европейские, Америку, везде. Вот, а в 45-м году, когда переписи проводились, то было уже 10 миллионов евреев в живых, то есть 6 миллионов пропало. Вот, плюс еще, и ведь кто-то рождался в это время тоже. Конечно. То есть вот считается, да, что вспоминаем мы вот о трагедии Холокоста и вот, гибели 6 миллионов евреев во время вот этой Второй мировой войны. Но так что сегодня зажжены шаббатные свечи, субботние свечи. Но да, я даже, наверное, так вот включу тоже как раз вот. Покажу шаббатные свечи зажженные. Да, это я делаю запись, а здесь у меня идет еще и прямой эфир еще на Ютубе, на канале Ютуба.
кто подключился уже, некоторые люди подключаются сейчас уже. Вот, и в нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископ, который я являюсь, вот, в календаре каждый год обозначается вот эта дата. Значит, 27 января, день памяти жертв, значит, Холокоста. Вот так. Так что это праздник Шаббат. Сегодня у нас праздник, но такой, как со слезами на глазах. Как раз мы посмотрели, да, на днях вот, тоже когда посмотрели, вот, значит, и фильмы некоторые на эту тему. Вот, и список Шиндлера, вот, значит, там, и, значит, там, «Пианист», другие фильмы какие. Вот, и пусть Бог благословит нас сегодня всех. Вот, а почему все-таки, вот, ну, сегодня Шаббат, не свечи, а зажигаем, да, и сегодня Шаббат. Вот, но сегодня также мы вспоминаем вот и вот жертвы Холокоста. Вот, молимся о том, чтобы вот подобное не состоялось больше никогда, да? Не совершилось больше, не повторилось. Да, вот так. И давайте, наверное, благословлю как раз всех вас и всех, кто подключился сейчас онлайн. И потом уже, кто в записи, потом будет смотреть уже в записи, через камеру, что записывается. Да. Благословляю именем Господним, именем Иисуса Христа. Благословляю. Вот. Да. Это голос за кадром, это наш внук. Вот. Так что, дети, и внучок тоже, слушай. Пою благословение. А, кстати, Настя, может, поднимешь его? Он как раз, он послушает тоже песню, пение. Он любит пение. Вот, пою благословение. Да нет. Вот, пою благословение во имя Иисуса Христа. Сима, тоже иди сюда тоже. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панавелейха вихунекха. Иса Адонай панавелейха веяселеха шалом. Бешем Иешуа Гамашиах. Во имя Иисуса Христа. Амен. Да. Благословляю всех вас, дорогие друзья. Вот, благословляю этот Шаббат, наступивший Шаббат. Вот, и завтра, наверное, еще запишу тоже видео. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Ну и споем давайте тоже Шаббат шалом, да? Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, иначе тоже. Шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, 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 шалом. Ручка. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. О, Давину, хай! Наш Отец живой, Бог Отец живой, о Давину, Коль, бери тоже. О Давину, о Давину, хай, ам Израиль, хай, ам Израиль, хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль, хай, о Давину. Подпевайте тоже, Тань, Сереж. О Давину, хай, о Давину, о Давину, о Давину, хай. Ам Израиль, хай, ам Израиль, хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль, хай, хай.
Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом алейхем. Эйвену шалом, шалом, шалом алейхем. Шалом, шалом, Иерусалим. Мир Господний тебе, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом. Шалу шалом Иерусалим. Шаббат шалом. Да. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом.